Как у нас получилось, немного загребает. Загребает. Мы видим, немного получается, да, выравнивает участок и немного подгребает. Сено подгребает. Так что еще сюда жесткую сцепку, чтобы оно так не прыгало вверх, а ровненько шло. И можно работать.
Ну что тут сказать. В принципе, работает. Даже если за одно ухо зацепить, мотоблок волочит его. Разрыхливает, равняет почву, грядку, земельку. Ну а дальше можно фантазировать, там жесткую цепку придумать. И жесткой цепкой будет более эффективная работа. Сегодня уже 30 градусов жары. От пожаре поработал. Ну такой, чтобы сильно нагрузки вообще нет. Конечно, даже просто походить без мотоблока будет жарко. Ну так и все. Так, сейчас посмотрим результат. Выровнял. Хорошо выровнял. Ровненько, приятно посмотреть. Ну, булыжник это. Жара, поэтому и булыжники. Солнце печет, дождей нет. Ну, даже можно и не фрезовать, посеять горчицу. Но сейчас бесполезно сеять, потому что она не взойдет. Пускай. Может пойдет дождь, потом мы посеем горчицу. Я купил 2 килограмма на 2,5 сотки. Ну вот и все. Соберу картошку тут и домой. Кнопа залегла. Жарко. Кнопа. Все. Кнопа. Смотри. Жарко, да? Ну, спи. Так, сейчас Валя снимет. Я уже обрезал. Сабельной пилой старую вишню. %87 заряд остался. Проходил, чтобы вибрации не было. Шашлык. Не слух.